Всем доброго здравия. Вот приехал сегодня на дачу. Будем пересаживать очередной пойманный раек. Посмотрим, что за он. Какая сила. Что за раек. Судя по лету, не вельми. Но сейчас вскрытие все дело прояснит. Запрополисовали, конечно, холстик уже конкретно. Шестирамочная ловушечка. Плоскогубцы не взял, подручными средствами будем вытаскивать, что было на даче. Все быстро, без шума и пыли. Начнем с крайней рамочки. Здесь уже подзалили. Виноград мешает. Надо с конца веточки подломить. Нектарчиком вот так залили, сверху запечатали. А с этой стороны лощинку даже не потянули. Слабоватенький раек. Хотя уже крытый расплодик. Значит, матка старая, хотя за это время могла облететься и молодая. Маточки пока не нахожу. Здесь такая рямка корявенькая стояла, просто выгрызенная там полоски. Здесь они что-то отстроили, а там матки не вижу. Да, видать, этот раек уже давно сидел, пока и забрали, потому что уже расплод на выходе. Хотя раечек небольшой. Еще рамочка с скрытым расплодом. С обратной стороны то же самое. Лощинку подтянули, но не до конца. С этой стороны. А с этой стороны оттянули, залили. Здесь тоже яйцо, личинка. На маточке так что-то и не попалось мне на глаза. Но здесь вот засел, я вижу. Здесь где-то должна быть и маточка. Но не наблюдаю. Ну и крайняя рамочка лощинка, они ее
даже не это самое, ну вот с этой стороны немножко. Немножко вот здесь вот начали тянуть. Ну вот такой вот райок.